На момент приезда нашей съемочной группы часть трассы в Ульяновском районе расчищали грейдеры трактором. Их количество на дорогах зависит от погодных условий. В этот день снегопада уже не было, поэтому двух машин, как уверяют специалисты, оказалось достаточно. Спецтехника убирала снег от Кротовки до Зеленой Рощи заездом в Ивановку и Бухтеевку. Зависит от погоды. Так работаем с утра и пока не почистим всю трассу в день около порядка 100 километров. За последние дни, которые не обошлись без снега, на региональной дороге вышли 338 единиц спецтехники. Хотя обычно расчищают от снега на 100 машин меньше. В первую очередь убирают областные пути сообщения с высокой интенсивностью движения. Далее школьные автобусные маршруты и пути следования рейсовых автобусов. После на очереди расчистка подъездов к тупиковым селам. Ну, в среднем за сутки у нас уходит порядка 1500 тонн пескосоляной смеси. В настоящее время ведется работа по расширению проезжей части и очистке остановок общественного транспорта. И как можно убедиться, областные трассы прочищены лучше городских улиц. Одной из проблемных точек остаются ульяновские дворы. Об этом свидетельствуют постоянные звонки в департамент с жалобами от жителей на снежные океаны, в которых буквально тонут как люди, так и автомобили. Жалобы поступают на телефоны горячей линии от жителей города Ульяновска. Это дворовые территории. Мы передаем информацию соответствующим подрядным организациям по городу Ульяновску для принятия мер. По информации Ульяновской администрации, сейчас в распоряжении города есть только 33% от количества необходимой техники для качественной уборки от снега. Рената Люлова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.